Новую ферму в хозяйстве «Луч» Воложского района возводят с учетом современных тенденций. Световой конек, два кормовых стола прямо в корпусе, утепленные стены, мощный железный каркас и бетонированные полы. Совсем скоро здесь разместятся 400 новоселов. Коровам будет здесь комфортно, вольготно, то, что здесь предусмотрено беспривидное содержание, то есть коровы будут ходить сами по себе. Ну, соответственно, и надеемся, что показатели будут высокие. Основные строительные работы все уже заканчиваются. Сейчас плиточники заканчивают отделку помещений. Электрика уже у нас тут почти проведена. Останется монтаж самого оборудования. Стоимость объекта свыше 50 миллионов рублей. Большая часть – это банковский кредит, рассказывают селяне. Новая ферма – это, конечно, и новые условия труда. Без современного оборудования привлечь молодых специалистов на работу в село очень сложно. Доярки очень сильно ждут. Стройка долго стояла, вот. То банки не давали деньги сперва. Вот надеемся, ждем, что к Новому году уже переедем. Старый двор, который мы сюда переедем, 60-х или 50-х годов еще стоит. Хочется все равно что-то новое. Для своих работников в хозяйстве «Луч» также строят и жилье. Каждый год стараются сдать хотя бы один дом. Поэтому проблем с рабочими кадрами не ощущают. Большие надежды здесь возлагают на программу «Миллион тонн молока». Как минимум надеются получить субсидию на новую ферму. По подсчетам председателя Анатолия Владыкина, сумма приличная – в районе 20 миллионов рублей. Поголовье дойных коров 950 голов, общая стада 3100 голов, только крыс, свиней нет. На дое нынче должно быть около 7 тысяч. Планируем так получить. А так остальные уборку завершили. Если в прошлом году в Удмуртии было построено порядка 40 таких современных животноводческих комплексов, то уже в этом году селяне намерены запустить порядка 100 новых ферм. Роман Вагинов, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия».